Хотелось на материале раскулачивания, соблюдая всю аутентичность, рассказывая о времени достаточно достоверно, хотелось все-таки рассказать историю и современную тоже, вернее так, не современную, а, наверное, все-таки вневременную, то есть рассказать историю о женщине, которая не привязана ко времени, не привязана к географии, не о татарке, которая в 30-е годы прошлого века выезжает из родной деревни в Сибирь, в конкретную точку в Сибири, а все-таки просто о женщине, которая живет под гнетом патриархального мира и зажата в его тиски, а потом вдруг из этого мира вылупляется, как из яйца, и вылупляется в современность, вылупляется в сегодняшний день. Вот об этом хотелось рассказать, чтобы была история вот этой самой полудевочки, полуживотного какого-то, получеловека, который перемещается очень далеко от дома. Это перемещение не просто географическое, это перемещение также ментальное, перемещение к себе, можно сказать. Вот об этом хотелось рассказать, об этом пути к себе достаточно непростом. О пути, который не завершается счастьем, но завершается все-таки обретением себя и способностью и самой освободиться, и все-таки дать, подарить свободу другому человеку, сыну. И для меня вот эта вот точка в метаморфозе героини, когда она освобождает сына и отпускает его от себя, и отказывается от права собственности на него. Вот это главная точка для меня, это главная, наверное, ее метаморфоза, способность подарить свободу другому. Это, наверное, есть настоящая истинная свобода человека. Нет, ну, конечно, не было никакого дня или часа, когда откладываешь в сторону все дела и решаешь, буду писать. Конечно, такого не было. Были мысли о том, что неплохо бы написать хотя бы один роман, хотя бы один текст. И эти мысли были очень долго, эти были мысли много лет. Я писала с детства очень разные вещи. И очень хотела заниматься кино, очень хотела заниматься режиссурой, сценаристикой. Другое дело, что моя юность пришлась на 90-е годы, это было непростое время, и как-то я не решилась в это очень непростое время пойти в такую зыбкую профессию, оторваться от дома и уехать куда-то в далекую столицу, заниматься кино. Поэтому осталась дома, осталась в родной Казани, получила диплом учителя немецкого. Ну, а потом уже постепенно, через много лет, все-таки пришла к сценаристике, все-таки закончила уже Московскую школу кино. И в итоге все-таки решилась написать хотя бы один роман. Ну, что такое быть автором, не знаю. У меня две книги, два романа, оба они исторических. И я старалась их писать так, чтобы это были честно написанные тексты, честно по отношению, наверное, прежде всего, к материалу и к тем людям, о которых я писала. Я прочитала много очень источников именно исторических, научных трудов. И я, конечно, не историк, но когда общаешься с историком через его текст, как-то понимаешь, сразу возникает доверие или не возникает. И я старалась пользоваться теми историческими трудами, которые мне показались написанными добросовестно. Но вот когда я работала над романом «Зулейха открывает глаза», я как-то сразу, прочитав несколько книг разных авторов, поняла, что есть Виктор Николаевич Земсков, и я ему доверяю. К сожалению, он сейчас уже умер. Это случилось полтора года назад, но мы с ним познакомились, когда я писала роман, вернее, когда он уже был написан. И я рада, что мы с ним познакомились. Это был историк, профессор истории Института истории Российской академии наук, и он всю жизнь свою занимался, последние 25 лет он занимался темой переселенных, раскулаченных, спецпереселенцев, так будет правильнее сказать, потому что среди спецпереселенцев, трудовых поселенцев их еще называли, были не только раскулаченные, там были очень разные категории граждан, но вот меня интересовали раскулаченные, поэтому книги историка Виктора Николаевича Земского и его диссертации были для меня таким источником важным. И я поняла, прочитав его докторскую, к примеру,
как глубоко он разбирался в теме, и я поняла, что я могу доверять его цифрам. Я доверяла его цифрам. Поэтому те цифры, которые я привожу на встречах, о которых я рассказываю, и которые изначально были в тексте романа, я их потом почему-то вычеркнула, это были цифры Виктора Николаевича Земского. Роман «Зулейха открывает глаза», он переводился уже несколько лет, и так получилось, что на встречах с читателями я слышала очень разные отзывы, и в странах бывшего соцблока восприятие романа похоже на восприятие в России. Это темы близкие, темы переселения с родных мест, высылки, темы репрессий и раскулачивания даже. Это слово «раскулачивание» знакомо. И рассказывая о романе, допустим, в Чехии или в Польше, я на встречах же слышала от пришедших читателей их семейные истории, как это иногда бывает в России. То есть тема достаточно близкая. Не приходится в этих странах рассказывать много об историческом контексте, как-то вводить людей в исторический контекст. Нет, наоборот. В других странах, в странах без советского прошлого, роман воспринимается несколько по-иному. В этих странах я, наоборот, стараюсь побольше рассказывать о раскулачивании, даю какие-то цифры, рассказываю, когда это было. И эта вот вводная в исторический контекст бывает обычно нужна, она бывает интересна. В Германии, в Италии, во Франции роман воспринимается больше, наверное, как человеческая история. Я довольна, собственно, я и писала человеческую историю, а не делала политическое высказывание. Ничего нового в романе я не рассказала с точки зрения исторической. Я скорее хотела рассказать именно человеческую историю, историю женщины, а не историю раскулачивания. А есть страны, одна страна на самом деле, Иран, где я тоже рассказывала о романе, и вдруг обнаружила, что очень многие вещи, которые я рассказываю о фольклоре татарском, они близки читателям. Даже имена героев Зулейха, Муртаза, Салахаддин, Юзуф — это имена, которые в Иране используются до сих пор. Это имена родные. А те фольклорные герои, которые описаны в романе, которые очень экзотичны даже для читателей в Москве или там, в России, сказочные персонажи — Девы, Перри, Аждаха — все эти герои, они для иранского читателя родные. Ну, просто потому, что в свое время были заимствованы татарской культурой и из персидской. Поэтому об этом слое, о фольклорном слое, рассказывать много совсем не приходилось. Иранские читатели могли сами об этом мне прекрасно рассказать гораздо больше, чем я. И вот те сюжеты, которые использованы, мифологические сюжеты, которые использованы в романе, это сюжет о птице Симрук или парламент птиц по-иному. Птицы. Или сюжет о любви Зулейхи и Юсуфа, о страсти взрослой женщины к юному рабу. Эти сюжеты, они также совершенно родные для иранской культуры. И об этом тоже не приходилось рассказывать. Это было совершенно свое, родное. И вот здесь я удивительным образом вдруг почувствовала иное понимание романа, очень близкое к пониманию романа в Татарстане. И для меня, конечно, когда я писала роман, была гораздо важнее история женщины, история человека, а вовсе не рассказ об историческом процессе. Мне хотелось именно психологическую линию раскрыть, и она была для меня, конечно, гораздо важнее. Тем более, что я понимала, что ничего нового я не рассказываю. Я пользовалась открытыми источниками и, собственно, ничего нового о раскулачивании я не могла сказать. Наоборот, я даже старалась очень аккуратно обходиться с цифрами, с фактами, и очень ограничивала себя в том, чтобы не превратить книгу в такой какой-то учебник истории. Исторический текст. Здесь, наверное, есть ответственность перед материалом, который хочется, конечно, рассказать, изложить, показать его, дать его достаточно достоверно. Но это достоверность вещей, достоверность фактов достигается достаточно легко. Она достигается просто тщательным штудированием материала, изучением материала. Это просто такая часть авторской работы, это добросовестность автора, в конце концов, его какая-то минимальная усидчивость. И эта аутентичность, она достигается все-таки проще всего, сложнее гораздо.
И это связано с ответственностью автора, достоверность психологическая. Вот как рассказать о героях так, чтобы они были, казались достоверными? Как заставить их общаться так, чтобы их диалоги были достоверными? О чем герои думают, о чем они мечтают, о чем они спорят, о чем они соглашаются? Вот это, наверное, сложнее. Вот для меня это сложнее, для меня это аутентичность, психологическая аутентичность, она достигается гораздо сложнее. Вдохновением для написания романа была история моей бабушки, но исключительно как толчок просто, не как материал для романа. Бабушка моя девочкой была, когда ее в Сибирь сослали, не ее, а ее родители, правильнее сказать. И бабушка моя выросла на поселении, она была вот этим вот ребенком трудового поселка. Это одна история, мне хотелось другую историю рассказать совсем, история о взрослой женщине. Собственно, ее я и рассказывала. История взрослого человека была интереснее гораздо. История изменений уже взрослого, сложившегося человека. Вот это. История о том, как есть одна жизнь, и она такая, а потом вдруг наступает в 30 лет перелом, и приходит другая жизнь, совершенно иная, полностью отличная от первой. Вот это вот момент проживания двух жизней, перехода от одной жизни к другой жизни. Это вот этап переломный. Вот это тоже было, конечно, интересно. Об этом хотелось рассказать, а вовсе не о взрослении в Сибири. Поэтому не могу назвать роман биографическим. Нет, никоим образом. Скорее, наоборот, он совершенно не биографический. Это скорее просто роман размышления о том, как может человек прожить две жизни и перейти от одной жизни к другой. Вот об этом скорее. О двух жизнях, которые могут получиться.